Уважаемые друзья, я Сергей Бандюк. Уже много-много лет я являюсь поклонником журнала «Железный мир», читаю его с первого номера. И с того момента, когда там появился такой замечательный парень, как Антон Доценко, я начал отмечать его фотографии. Очень качественные, очень интересные. Самое главное, что Антон не похож на других фотографов. Он всегда раскрывает спортсмена, ну, скажем так, как личность. И мне повезло познакомиться с Антоном на Кубке Яшанькина в этом году. Мало того, повезло сниматься у него. Мне очень понравились его работы. Если вы хотите оставить у себя память на всю свою жизнь о своей лучшей форме, Антон – моя лучшая рекомендация. Антон, спасибо тебе огромное.